на конкурс «Дети читают стихи». Стихотворение Риммы Казаковой на фотографии в газете читает Киреева Анна, 8 лет. На фотографии в газете нечетко изображены бойцы. Еще почти что дети, герои мировой. Они снимаются перед боем, а мне мчатся у льва. И было небо голубое, была зеленая трава. Никто не знает их фамилий, а нет ни песен, ни книг. Здесь чей-то сын и чей-то милый, чей-то первый ученик. Забыть тот горький год не близкий, мы бы никогда бы не смогли. Во всей России обелиски, как души внутри земли. И было небо голубое, была зеленая трава.